дальние страны. Это все с нами было давно, и не стоит об этом. Нашли время, чтобы послушать мои песни, чтобы послушать мои стихи, чтобы познакомиться с этими чудесными людьми, которые готовились к этому концерту, репетировали, в общем, находили тоже время. Я вас благодарю за то, что вы пришли сюда. Спасибо вам за это. Мы провели вас по всем маршрутам, запланированным на сегодня, и сейчас я приглашаю на сцену Элину Игнатенко, Алексея Васильева. Пожалуйста, выходите, и мы споем песню, которая называется «Горизонт». А где у меня должен быть каподастр в этом месте? Эта песня родилась спонтанно, но почему-то она стала такой вот большой, и мне хочется, захотелось ее сделать именно вот так вот прям глобальненько так. Вот. И сегодня мы сделали это.